Городская конференция младших школьников – мое первое открытие. Мышление начинается с удивления, заметил 2500 лет назад Аристотель. Наш современник Сухомлинский считал, что чувство удивления – могучий источник желания знать. От удивления к знаниям – один шаг. Однажды моя старшая сестра показала мне один фокус лета Мёбиус. Мне захотелось узнать об этом больше. Если мы склеиваем так, получается средство. Если мы склеиваем следующим образом, получается лишь Мёбиуса. Разрезали лету Мёбиуса вдоль, ближе к одному краю. Получилось одно кольцо, перевернутое в валик, и один маленький лист Мёбиуса. Международный символ переработки представляет собой лист Мёбиус. Памятники в ленте Мёбиуса в Москве, Минске, Екатеринбурге. Ленточная пила. Применение ленты Мёбиуса увеличивает использование этой техники в два раза. Есть предположение, что Вселенная тоже лист Мёбиуса.